Привет, с вами Коко. Сегодня у нас битва между Человеком-пауком и Ртутем. Самый быстрый супергерой Марвел против дружелюбного соседа. Начнем с Человека-паука. Человек-паук, дружелюбный сосед. Настоящее имя Питер Бенджамин Паркер. Питер Паркер это был обычным подростком, которого укусила радиоактивный паук, и он стал Человеком-пауком. Человек-паук очень ловкий, и также он может спускать паутину и лазать по стенам. У него есть регенерация, хоть и не очень большая. Он очень ловкий и легко может уворачиваться от стрел или пуль. Наравне дрался с Капитаном Америкой, Соколом, Зимним Солдатом и даже с Человеком-муравьем в большом состоянии. Но ему в этом помогли Воитель и Железный Человек, битва с Человеком-муравьем. А так очень себя хорошо проявил в битве с Капитаном Америкой, Соколом и Зимним Солдатом в фильме «Первый мститель. Противостояние». Также он дрался с Веномом и Зеленым Гоблином наравне. Мы переходим к Ртути. Ртуть – самый быстрый супергерой Марвел. Версию я беру из «Мстителей. Эра Альтрона». Ртуть очень быстрый и ловкий. Настоящее имя Ртути – Петр Максимов. Он брат Алой Ведьмы и сын Магнито. Ртуть будто телепортируется. Он такой быстрый, что будто телепортируется. Как вы хотите, какую ртуть взять в турнир скорости? Из Людей Икс или из Эры Альтрона? Если вы не знали, то у меня есть турнир скорости. Ну, скоро будет. У меня всего 8 участников. И если добавим еще 24, то я открою турнир скорости. Ну, что-то я отвлекся. Продолжим. Ртуть только быстрый. Больше ничего. Он может также супер быстро ударить соперника, и тот умрет. Например, он может ударить Человека-паука по сердцу очень сильно и с большим разгоном. Тогда Человек-паук может потерять сознание, если ударит по голове, и умрет, если ртуть ударит его по сердцу. Ртуть может замедлить время и что-то проделать с Человеком-пауком. Человек-паук должен поймать ртуть и обвить его паутинами. Скорость против паутин. Интересная битва получается. Человек-паук может обвить ртуть паутинами, а ртуть может ударить Человека-паука сильно по голове, и тот потеряет сознание. Но кто победит, ртуть или Человек-паук, решать тебе. На сегодня это все, и всем пока.